Так, это мой первый заезд с камерой. Я выехал из дома. Живу я на 118-2. Поеду я по велодорожке. У меня самокат Ninebot Max. Вроде так. Еду я сейчас до 38-й. По второй правой. Прямо. На улице градусов 15. Время час дня. Не супер ровные велодорожки. Самокат едет со скоростью 30 километров в час, но я такую редко скорость набираю. Если только ровный участок и машина не мешает. Также здесь есть электробайки. Вот они, арендованные. Ситибайк. Как в Москве Сбербанк, ВТБ байк. Вот мужик сейчас спереди фигачит на нем. Они достаточно быстро ездят, смотря какой. Есть новые модификации, старые. Старые они побыстрее. 20 километров в час, то и 25. Оп, оп. Иногда мексиканцы быстрее ездят, чем электробайки. Они доставщики от Бога. Где-то у нас уже 105-е. На красный можно ездить, если машин нет и никому ты не мешаешь. В Вашингтоне говорят нельзя, но там мы ездили на красный. В Нью-Йорке очень много Ninebot'ов. Очень много. Еще год назад, два года назад вообще никто не пользовался. Мало очень пользовались самокатами. Вот, мужик меня обогнал. Вроде бы, блядь, мексиканская. Так. Сейчас мы его быстро нагоним, обгоним, перегоним. Мы выезжаем с East Гарлем, с восточного Гарлема. Эти большие дома стоят на 96-й и ниже. Раньше выше 96-й вообще боялись белые подниматься. Сейчас вроде потише.
иногда на самокате получается быстрее автобусов ездить. Это мужик отчаянный вообще. Так, 96-й мы проехали уже. Сейчас здесь будет горочка. Вот, мексиканцы на электробайке. Везде полно. Красная уже. Так, 86-я. Это станция метро 86-я. Стрит. Кью здесь бегает. Рыли эти туннели больше 30 лет. Они очень глубоко находятся. Самые новые станции. Кафешки на улице. Их кругом полно. Получается быстро ездить. Такие вот дебилы. Она неправильно ездит, за это можно штраф получить. Менты, если поймают. Ничего ему не идется, блядь, не гуляется нахуй на дорожке. Thank you.
тоже неправильно делают. Грязь вонючая. Вторая авеню. Уже 66-я. Эту скорость уже не замечаешь. Так, 63-я здесь. Машины вечно вылетают и долго едут. Здесь запор очень долгий. Здесь заездом на мост на Квинсборо развязка идет. Вот это говнище сейчас поедет налево резко. Можно тут проскочить, попробовать, конечно. Да, так и получится. Все разъебанный асфальт. Новый. Все за парад. Хорошая кочка была, я вообще не заметил эту кочку. Так, ну надо не проехать в мою. Время пустое. Нет, это точно записывать уже не буду. Хочет проехать. Вот тут горка.
Ты рильный. Salute to my heart. 13.5. Ну ж горка какая. Что такое? Цесала. Блять. Куда они берутся? Сорок четыре. Ну, с горочкой хорошо делаем.